засунь шаурму себе в рот. Дорогие друзья, очень тяжело для вас делать что-то такое, что вот вы прям будете сразу принимать. Вау, круто. Кстати, сардины говорю. Скумбрия зашла вообще супер. Я сегодня сделаю что-то простенькое для того, чтобы вы могли это повторить дома. Без всяких изысков, без всяких экзотических продуктов, без, как это правильно говорится, без пера совы из жопы совы. Ну, в общем, понятно. Я все в лирику. У меня здесь очень мало ингредиентов. В общем, с чего я начинаю? Самое главное — это лук. Лук как ни крутите, а это все-таки основа всех основ. Поэтому репчатый лук, обычный, белый, дешевый, нормальный, не, самое главное, не гнилой, я режу, ну, как-то условно, чтобы было что жарить. Да, кстати, жарить. Сказал прожарить, а плиту не включил. Как только плита загорелась, а на ней стоит сковородочка, сюда я отправляю небольшое количество растительного масла. А вслед за ним я отправляю кусок сливочного. Ну, во-первых, чтобы вы и так все знаете, для чего это делается, повторюсь, для тех, кто вдруг пропустил предыдущие серии, предыдущие 200 с лишним роликов. Сливочное масло имеет низкую температуру горения. То есть там только-только разогрелось, уже смотришь, дым идет. Так вот, с растительным его смешивают для того, чтобы повысить температуру горения. Ну и сливочное масло не так быстро загорается. Как только масло у нас нагрелось немножко, еще даже не растопилось, я сюда грибочки хрясь. Лучок. Ой, это лучок, а это грибочки. А вот здесь у меня, смотрите, всего лишь 5 граммов, 5 граммов белых грибов сушеных. Я всегда держу, зимой очень полезно. Кипяточком заливаем, сильно много не надо. Даем постоять, пусть стоит, заваривается. Пар уже пахнет грибами. Пока они тут размокают и отдают свой аромат в воду, я режу шампиньоны. Лучок обжаривается. Шампиньоны. Покрупнее выбираю, помельче оставляю. Для чего? Об этом я расскажу потом. В общем, вот тут 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 14. Четное число должно быть. 14 грибочков оставили. Так. Лучок у нас зазолотился местами. К лучку я отправляю грибочки. В России грибной соус считается одним из самых популярных. Сливочно-грибной. Все люди его любят. В рестиках всегда заказывают. К стейку просят. Грибной с перцем зеленым, знаете, такой есть, перец туда бросают прям, маринованный. Я этот перец не люблю, поэтому вам не показываю, у себя в соусе не использую. Делаю классику, самую что ни на есть, нежную, сливочную, ароматную. Во время того, как обжариваются грибы, у меня есть немножко молотого тмина. Это чуток, две щепотки молотого тмина, я его там перемолол сам. Тмин очень хорошо подходит к грибам. Ну а так как я буду чуть позже их в блендере фигачить, то и тмин разойдется, и аромат хороший останется. Горячие грибы, которые вот тут у меня лежали-лежали, в бульон отдавали, свой сок отдавали, теперь их пора доставать. А сюда пора всыпать пару щепоток муки. Ну ладно, тройку щепоток муки, тройку. Теперь я сюда вливаю сливочки. А сливочки у меня, правильно, 20%. Вливаю так, чтобы у нас грибочки все оказались, так сказать, в таком сливочном
контексте. Мука не дается сливкам свернуться. Грибочки тут у нас теперь будут подвариваться. Вариться в сливках. Делаем самый маленький огонь. Обязательно сюда немножко соли. Сливки сладкие. Перец. Черный перец обязательно. Так, добрые две жменьки. Оставшиеся грибочки отсюда мы вынимаем. И пока там у нас закипают шампиньончики, нужно белые, а водицу эту оставьте. Потом будем ее использовать. А эти белые грибцы нужно нарезать. В принципе, даже не важно как. И сюда отправить. Вот смотрите, простейшая идея. 5 граммов сушеных белых грибов сделают полкило дешевых шампиньонов в 10 раз сильнее по вкусу. Сделают грибной аромат сильнее в несколько раз. То есть можно использовать, кстати, в ресторанах еще активно используют несколько капель трюфельного масла перед подачей, когда соус прогревают. Если вдруг вы видите, что соус густоват, водички чуть-чуть добавьте. Ну и дальше продолжайте подваривать грибочки со сливками, пока белые не отдадут. То есть нужно хотя бы 3-4 минуты проварить, чтобы белые отдали. Да, белые делают его благородным. Каким-то, знаете, я шампиньоны всегда говорю. Популярный очень гриб, популярный. Растет в теплицах, как попало растет и... Отлично. Вот теперь настало время влить сюда водичку. Не всю, частично. Грибную воду, в которой белые грибы у нас отмачивались. Мука заварилась. Грибы слегка проварились. Смотрите, если будете очень долго уваривать грибы, вкус замылится, не будет такой яркий. И учтите, что когда вы делаете грибной соус, оставляйте потом... Шанс на разогрев. Не уваривайте их в усмерть. Так, теперь все нужно перелить в блендер. Смотрите, очень важный элемент. Момент-элемент. Горячая всякая ерунда, типа супов-пюре и так далее, из блендера норовит выскочить при взбивании. Это нужно учитывать. Холодный никогда не выскакивает. Ни один смузи никогда не выскакивал. Понятно, что смузи там со льдом, но горячее любое норовит выскочить из блендера. Оставшуюся водичку от грибов я выливаю в сковородку. Осадок не сливайте, потому что иногда бывает там песок. Ну и все, можно промыть здесь. Нагрейте, промойте сковородку этой грибной водой. Нужно грибной воды немножко оставлять для чего? Вдруг, если у вас жидкости не будет хватать. Вот здесь для производства соуса. Соус же все-таки должен быть какой-то консистенции жидкой, не кашеобразной. Так, теперь это все чпок. Обязательно крышечкой закрываем. Да, на больших оборотах он прям он не успевает садиться, его вык-вык-вык-вык-вык. Супер. Теперь делаем простую манипуляцию. Сковородка нагревается, я в ней обжарю вот эти вот оставшиеся грибочки. Ну, в принципе, можно даже уже пока она еще и не высохла, можно уже туда их отправить. А в этот сотейничек я добавлю сито. И через сито процежу грибной соус. Для того, чтобы он стал более шелковым, шелковистым, знаете, есть такое выражение. Можно ложкой, можно лопаткой. Еще, знаете, есть такая вещь, как называется она ксантан. Это чистый углевод, который щепотку добавляешь 1 грамм вот на такой объем. И пюре любое, он является эмульгатором. Ну, как и, в общем, и любой другой углевод является эмульгатором. И помогает
в воде соединяться с жирами. Ксантан добавляешь сюда граммик на высокой скорости. И потом пюре такое нежное и гладкое. Вообще он просто выравнивает все. Вот этим приемом иногда пользуются ребята в ресторанах. Сейчас, кстати, молекулярные текстуры вообще не новая вещь. Все уже активно-активно пользуются этим. Но в случае с грибным бульоном иногда можно. Грибочки, грибочки, грибочки. Поджарились чуток грибочки. Каплю. Каплю масла. Много не надо. Нам нужно грибочки всего лишь слегка обжарить. А масло является чем, правильно? Проводником. Оно усиливает температуру. Что нужно для того, чтобы снизить себестоимость соуса? Ну, к примеру, у вас нету килограмма шампиньонов для того, чтобы сделать из него там 3 килограмма соуса. Все, красивые получились. Блестящие, поджаристые здесь местами. Вот, а теперь их нужно просто-напросто отправить вот сюда. Камон, грибочки, уходим, переходим. Так вот, что делают. Значит, большинство соусов можно делать на основе бешамеля. Ну, то есть, сначала вы делаете мучной соус, мучной густой соус. А потом, вот, например, обжариваете немножко грибов, добавляете бешамель, сливки. И чтобы вам меньше затрачивать белых грибов, их в кофемолке, в пудру пробивают. И просто уже на последнем этапе пол чайной ложки грибной пудры добавляют сюда. И все, получается хороший аромат, вкус. Но консистенция не за счет грибов, вот как у меня там сколько, 3 щепотки, да? А за счет большого количества муки. Поэтому смотрите сами, вы можете также дома баловаться, в этом нет ничего предосудительного. Сделайте себе бешамеля много. Потом на основе бешамеля добавляйте разные всякие экстракции, получите разные соусы. Зато не будете мучиться, отсеклось там у вас что-то. Не отсеклось. Соскребаю, так сказать, остатки сладкие. Теперь ставлю на пару минут буквально на маленький огонь для того, чтобы прогреть и слегка проварить грибы. Такой метод используют некоторые рестораны и шефы. То есть есть соус готовый, его достают, чуть-чуть сливок добавляют, начинают нагревать, мешать. В это время на соседней сковородке поджаривают грибы и вводят в соус. Слегка проваривают, грибы получаются сочные такие, нежные. И очень красиво, когда внутри у тебя не просто, скажем, однородная такая, даже пусть и шелковистая масса. Ну и там еще у тебя попадаются грибочки, это же клево. По такому же принципу можно готовить суп-пюре. Со специями будьте аккуратны, потому что чем больше специй, тем больше мусора и серого цвета. Он и так сам по себе серый. Его очень тяжело, есть способы как выбелять, но это уже такие химические реакции всевозможные. Поэтому со специями мускатный орех можно немножко, но вы бешамель, если будете делать, если на основе бешамеля, то тогда мускатный орех добавляете. Сливки, мускатный орех, сливки очень хорошо и все молочное сочетается с шалфеем, но со свежим. Например, для того, чтобы сделать бешамель более интересным, вы, например, сливки можете нагреть с шалфеем, потом их остудить. И использовать их уже при производстве бешамеля. Или то же самое с молоком сделать. Ну, смотрите, как только сливки прогрелись, сливочный соус с грибами. Аромат великолепный. Некоторые еще делают так блендером, жин-жин-жин, взбивают. Но без грибов, я имею в виду, а ну, грибы, вот, например, можно было бы выловить, блендером взбить. Из-за муки, из-за грибов можно пенка, да, образуется, как, потому что густоты достаточно. Воздух жик-жик-жик-жик, приподнимаешь чуть-чуть, пенка такая, да, называется капучино грибной. Вообще грибы, конечно, благодатная штука. Если вы хотите использовать, мы очень часто делаем, и я в частности, например, всегда говорю, фу, надоело мне использовать эти дешевые шампиньоны, что у нас грибов больше никаких нет. Можно взять замороженные апельсиновики под березовики. Но когда вы будете делать вот такой соус или суп, они, соответственно, будут не они, а он будет черного цвета. Черного цвета. Так, куда мне лить-то его? Давай вот сюда, в темную чашку. Небольшое количество, это все-таки не пожрать, это же все-таки соус. Здесь бы кусочек говяжьего стейка. Но, смотрите, какой он нежный. Блестящий, кремовый. И очень круто смотрится, когда есть несколько грибочков. Видите, он прям живописный такой становится. Видите, до густоты здесь, соответственно,
нужную густоту вы сами уже регулируете. Получается в меру густой, в меру жидкий. Добавили чуть больше грибного бульона или сливок, сделали его более белым, более жидким. Добавляйте 10% сливки, будет более такой, как бы, ну, все зависит от того, в общем, какой консистенции вы хотите. 33 лейте сливки, он у вас будет плотный такой маслянистый. И, в общем, конечно же, не у всех есть такая штука, а у меня есть. А если у вас нет, обязательно купите. Это трюфельное масло. Буквально несколько капелек трюфельного масла, и ваши грибы станут в 10 тысяч раз еще сильнее. Да, аромат шикарный. Вот, казалось бы, такая простейшая вещь, как соус, к нему немножечко внимания проявишь, а он тебе откликается ароматом, вкусом и всем остальным. Я-то представляю уже даже, какой он по вкусу. С соусом все понятно. Щепотку соли досолить. Всего в меру. Консистенция как... Даже мне это сложно объяснить. Как у мороженого теплого. Я думаю, что если достать оттуда грибы, это все заморозить, периодически помешивая, то можно превратить в мороженое. В ресторанах используют иногда не сладкое мороженое такое, а соленое. Вот грибное вполне может быть. Например, гарнир как или подгарнировка к салату. Или может быть... какому-нибудь карпаччо из свеклы к постному, да? Только сливки тогда нужно использовать соевые или миндальное молоко. Тогда будет постный. Вот. А во всем остальном очень, кстати, классная идея. Пользуйтесь. Я вам дарю от души и сердца. Пока.